Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Элина Дашкуева, МТРК «Мир». В 2024 году председательство в СНГ переходит к России. И в Бишкеке 13 октября вы сказали, что Россия настроена на активную работу по продолжению, по поддержанию продолжения авторитета содружества. Но дело в том, что Молдова говорит о том, что, возможно, выйдет из Союза. А премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вот насколько позиция Еревана критична для организации ОДКБ? И как вы в целом оцениваете интеграционное объединение на постсоветском пространстве? Спасибо. Мы строим все свои интеграционные планы, я имею в виду Россию, исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Вот между странами Евразэс устойчиво растет товарооборот. Открытие рынков труда, капитала, рабочей силы, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще из советского времени плюса с точки зрения наличия единой инфраструктуры, транспортной и так далее. Наличие языка межнационального общения. И вот президент Токаев выступил даже с инициативой создать международную структуру по поддержке русского языка, за что мы ему очень благодарны. Вот все это создает такие условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках и способствуют решению задач не только в сфере экономики, но как конечный результат и в социальной сфере, в росте благосостояния граждан. Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, ну, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, такому и быть. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Но если беднейшая страна Европы получает нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, ну, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так. Также и по другим направлениям, ну, скажем, рынок сельхозпродукции. Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Российский рынок. Не хотят, не надо. Куда они пойдут с этой продукцией? Что? Вот видите, в Европе, вроде бы в странах-союзниках Украины, дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украины на свою территорию. Даже если предполагается, что эта продукция идет транзитом. Закрыли и все. Там есть собственные интересы, и есть кому бороться за эти интересы. Куда молдаване пойдут с этой продукцией? Ну, вот в какой-то момент сказали, что они отказываются там от нашего газа. На самом деле ничего не отказывается. Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы. Мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся. Хотят работать, мы рады, пожалуйста. Не хотят, это их выбор.